Всем привет! С вами Анна, и мы продолжаем прохождение игры Белый день, седьмая часть. И вот наш любимый уборщик. Давай, мужик, уходи уже куда-нибудь. Я надеюсь, он сейчас пойдет на первый этаж. Но нет. Эти кабинеты мы открыть не можем. Он сейчас прямо над нами. А вот там у нас проход дальше. Красная дверь есть на четвертом этаже. Пройти нам нужно через него. В этой локации много досок для сохранения. На первом, получается, этаже в коридоре и на четвертом. Заметил. И как нам туда проскользнуть? Thank you.
Как думаете, уже можно выходить? Видимо, нет. Я не хочу туда выходить. Я надеюсь, что это нам поможет. И он сейчас нас не услышит из-за того, что мы бегаем. Школьная монета. Так, посмотрим карту. Дальний зал. Давайте начнем отсюда. Кондиционер не реагирует. Я думаю, здесь я бессилен. Дверная цепочка внутри. Я думаю, я могу открыть его чем-то. Еще один фломастер. Что у нас здесь? Свет, сила и охранная сигнализация. И что нам это дает? Сила. Ну давайте попробуем остановиться здесь. Может, что-то поменялось?
Какая-то табличка. Я ничего не вижу, слишком темно. Кондиционер, думаю, уже выключить. Табличка правила библиотеки. Его покрытие делает его идеальным для вставок между зазорами. Ну, давайте. Так, а это что? Каким образом это получилось, я вообще не поняла. Где я? Почему я здесь? Что ты здесь делаешь? Зачем ты привел меня сюда? Нет, я не заманивал тебя сюда. Не ври мне. Просто не подходи. Что? Что происходит? Мне страшно. Я так испугалась. Все ведут себя странно. Сайон соврала мне и сказала, что никого не звала. И она продолжает искать свою сестру. И Сона, последовав за Сайон, получается все на блюдечке. А потом она исчезла. И я вижу эти невозможно жуткие вещи. Что это все? Это все из-за этого места. Эта проклятая школа делает все это. Что ты видела? Я не знаю. Я не знаю. Я ничего не знаю. Пожалуйста, оставь меня в покое. Просто оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Убирайся. Вообще, я бы лично не хотела, чтобы меня в такой момент оставляли в покое. Так, а здесь? Оставь меня в покое. Разговаривать дальше она с нами не хочет. На книжных полках вроде ничего нет. Знак инь-янь, знак дерева. На нем имеется символ инь-янь и спускает удачную энергию. А вот и документ. Исследование инь-янь знака. Больше исследований необходимо, чтобы подтвердить, что на самом деле случилось, но я был заперт в темноте из-за отключения электроэнергии в комнате музыки. Когда я стал терять чувство направления и почувствовал небольшой озноб, я заметил яркий свет, исходящий от мешка с инь-янь знаками в нем. Я что-то видел. Сфокусироваться слишком сильно на то, чтобы рассмотреть. Но все-таки был невероятный опыт. Перевод все такой же потрясающий. Здесь тоже ничего. Я сказала тебе, убирайся. Нет, с ней говорить дальше не получится. И, конечно же, он поднялся на четвертый этаж. Я думаю, стоит подойти еще раз к этим переключателям. Наверное. Да. Я так понимаю, это та самая барышня, у которой сначала голову потеряли, а потом тело.
Открой дверь. Давайте попробуем поставить на охранную сигнализацию. Это было глупо. А он этого не услышал? В документе говорилось про музыкальную студию. Я думаю, нам сейчас нужно туда. Давайте откроем карту. Посмотрим, где она. Она у нас находится на первом этаже. И, конечно же, нам спуститься нужно будет через него. А там мы найдем какой-нибудь документ, который напишет, в котором будет сказано, что нам нужно подняться на четвертый этаж. Ну, я думаю, стоит как-то спускаться. Ну, попробуем убежать, если что. Да, и сейчас мы с ним встретимся как раз здесь, да. Нет, это была плохая идея. Очень плохая идея. Так, это третий этаж. Беги, беги, беги. Давай. Вы это видели? Грёбаная дверь меня просто не пропустила. Вот он. Да-да-да, привет.
Черт. Ой, уж. Надеюсь, в этот раз дверка меня пропустит. Да что ты свистишь-то? Ты давай там не уставай. Ты что, издеваешься? Успели. Интересно, а вот здесь дверь открытая за кабинетом председателя? Или только через главную можно будет туда попасть? Как думаете, он ушел? Давайте попробуем пройти здесь. У нас еще есть какие-то синие двери. От них тоже должно быть ключ-карта. Нет, здесь пройти не получится. Там синяя дверь. Я хочу сохраниться. Его нет. Ну давайте спускаться на первый этаж. Он прямо над нами.
или под нами. А где он был, я так и не поняла. Он где-то рядом. Я не хочу туда входить. Не, опять он ушел туда. Почему он не мог остаться в этом коридоре? Сейчас я открою дверь, он меня увидит, и я снова побегу в туалет. Конечно. Ну как по-другому-то? Он пошел на третий этаж. Ну, ходи давай. Если я сейчас пойду, он меня услышит под ним. А если пойду не под ним, он меня явно увидит. Да. Это невозможно пройти. Когда идешь на этаж ниже или выше его, он тебя слышит и прибегает. Когда идешь параллельно ему, он тебя видит, потому что там огромное открытое пространство.
Допустим, из туалета он вышел. И опять ушел туда же. Либо надо ждать, когда он совсем поднимется на четвертый этаж, чтобы он не слышал. Давайте попробуем прокрасться таким образом. Ну, вроде бы он нас не слышит. Я просто надеюсь, что он меня не увидит. Танцевальный зал. Так, а это кто у нас? Так, это где?
Она горит. Здесь есть соевое молоко на полу. Ой. Так, а ты где? Оу! А это было больно. А почему она так сделала? Мы должны к ней успеть подойти, пока она допоет свою песенку. Нет, опять. Так где же ты? Так, я хочу выпить соевое молоко. Последнее. Включаем сразу свет, пока уборщик не пришел. Успокоительное. 5 штук. Но оно нам требуется нечасто. Ремень привода. Найден сломан на магнитофоне. Так, мы в одном классе не смогли достать кассету. Я думаю, нам туда. Так, посмотрим карту. У нас это было на втором этаже. В кабинете языка, наверное. Или в лаборатории. Не помню. Так, а здесь что? Здесь какой-то код. Не помню бы я подсказок по этому заданию. Черт! Ну, я так и знала, что так будет. Ну, там что-то бьет аж. Злой какой. Да. Поменяем кабинку. Это что за звук? Мне кажется, кабинку я выбрала неудачно. Но если все обойдется, то нужно будет добраться до автомата с едой. А сейчас, я думаю, он будет ходить по этому узкому коридору. Мне показалось, там был фонарик.
Как думаете, он ушел? У меня уже ощущение, что я открою дверь и обязательно увижу его рожу. Так. Я ничего не вижу. А кассету он забрал все-таки. Это голос той девушки. Кто ты? Почему ты здесь так поздно? Как давно ты там стоишь? Я был здесь все это время. Слушай, я не знаю, почему ты здесь. Но вот ключ-карта. Она ведет на улицу. Будь осторожен. Здесь опасно ночью. Ночь — это когда мертвые оживают. Тогда почему бы тебе не остаться здесь со мной? Мне действительно жаль. Я мог бы сделать это. Выбирайся отсюда, прежде чем будет слишком поздно. Или ты будешь пойман, и в этой школе останешься навсегда. Я думал, он сейчас просто сквозь дверь пойдет. Ключ может открыть дверь на синих участках. Как же я не хочу выходить. Я не могу найти ни одной зацепки. И я думаю, что мы здесь застряли. Моя сестра застряла тоже. Ты знаешь, почему я здесь? Ну, это для моей сестры. Ты слышал слух обо мне? Да. Как? У меня была сестра. Моя сестра покончила с собой 2 года назад в этой школе. Были причины, но никто не удосужился узнать. Почему она убила себя? Я не совсем уверена, но я думаю, что это вовлечет ее подругу. Я привыкла слышать ее крик в ее комнате. Я подслушала, и показалось, что она разговаривает по телефону. Потом, когда умерла моя сестра, я хотела узнать, кто звал ее. Я так переживаю за нее. У нее должна быть какая-то причина, но никто не знает. Я даже не могу помочь ей. Я никогда не говорила об этом ни с кем до сих пор. Пойдем теперь. Так, это что? Ну, он и злой. Thank you.
А как эта девчонка открыла эту дверь, если я могу попасть за нее только при помощи печати? Вообще, мне кажется, что в этой школе вообще все мертвые. И, возможно, наш герой тоже. Просто призраки блуждают по школе. Давай уходи уже. Так. Арт-студия, научная лаборатория. Кабинеты, кабинеты. Магазин, школа. Шесть фломастеров. Уходи. Пусти меня к автомату с едой, к доске. О нет. О нет. Ну где ты? Интересно, а почему иногда видно, как она приближается, а иногда только сразу голова вылетает? Ну. Ура. Я уже думала, это опять свет фонарика. Соевое молоко. У нас больше нет монет. Используем соевое молоко. Быстрая закуска и кофе у нас осталось. Сейчас мы сохранимся. И на этом серия закончена. Всем пока!